На автомобильных дорогах Самары завершили сезонные работы по нанесению горизонтальной разметки. Эти работы выполняются в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения городского округа Самара, рассчитанную на 5 лет до 2020 года. Повышение безопасности дорожных условий, а также развитие системы организации движения, транспортных средств и пешеходов входят в перечень мероприятий данной программы. В общей сложности, с учетом средств областного бюджета, потрачено больше 200 миллионов рублей в этом году. Из них, получается, 120 миллионов – это программа безопасности дорожного движения, и 89 миллионов – это областные субсидии. Из них стоит отметить, что в этом году на городских дорогах нанесено более 100 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки. Разметка наносится только на подготовленные к этому виду работ дороги. Предварительно в рамках текущего содержания они приводятся в надлежащее состояние. После влажной уборки должно пройти не менее суток перед стартом разметочных работ. Они проводятся ночью, чтобы не создавать помех движению транспорта. Линии на проезжей части рисуют там, где они стерлись от времени или большого потока машин. На этом участке дороги улица Аэродромная и Авроры рабочие трудятся преимущественно в ночную смену, чтобы не мешать и без того допряженному трафику в дневные часы. Кроме того, свеженанесенной разметке требуется время для просыхания. Термопластик остывает в течение 2 минут, а полностью схватывается в течение 8. Мы наносим термопластик, на него распыляются светоотражающие шарики. В приоритете участки, по которым ходит общественный транспорт, пешеходные переходы и дороги, имеющие более 2 полос в каждом направлении. Ну а в целом в рамках муниципальной программы разметка в этом году обновлена на площади более 66 тысяч квадратных метров, что превысило прошлогодний показатель. Гарантийные обязательства подрядчика – 1 год.